Всем доброе утро! Сегодня наш первый день в таких замечательных апартаментах. Мы едем в магазин. Всем привет! Вы на канале «Весь мир за окном». А за окном у нас сегодня Хорватия. Мы наконец-таки добрались до своего места проживания. Кисуль, поздоровайся. Вот такие виды здесь открываются с нашего дома. Сегодня у нас 13 сентября, жара 30 градусов, очень душно, все в какой-то дымке. Вот так все здесь примерно выглядит. Немножко обустраиваемся, все очень устали от дороги. Надо немножко адаптироваться. А, Дейка? Ой-ой-ой, как дела у тебя, Дейка? Поздоровайся. Тебе больно? Немножко съездили в магазин, купили по мелочи. Сейчас будем завтракать. А вот наш дом, где мы живем, где снимаем квартиру. На первом этаже. Ну еще снимем обзорчик, где мы живем. А вот вид с нашего балкончика. Так выглядят наши апартаменты. Привет! Привет, киска! Она делает мяу. Она делает мяу? Ну, сколько здесь кошечек. Дэя, смотри, сколько здесь кисок. Здесь все благоустроили. Раньше такого не было очага. Вот такой шикарный очаг сделали здесь. Гриль. И шикарный пруд такой. Ой, какое здесь количество котов. Такой дом. Здесь все сдается. Все, в основном все сдается под наем туристам. Такое шикарное гранатовое дерево. Ну, постараемся. А что мы будем готовить здесь? Смотри, вон этот, как крышка казан, по-моему. Ну, это крышка у них. Они там пекут что-то, делают типа хлеба. Но это не казан. Смотри, сделали этот. Такая беседка у нас здесь. Добрый Шикарно. День. Добрый день. Я была, стучала. Не у кучи? Ага. Поздоровайся, скажи добрый день, Дэя. Скажи hello. Немного хотел сказать о хорватских продуктах. Здесь нереально вкусные молочные продукты. Это вкус детства. Вот всегда мы когда приезжаем, мы всегда покупаем вот такое молоко. Называется свежее млеко. Это нереально вкусно. Это как будто возвращаешься в Советский Союз в 80-х. Сейчас уже нигде ни в Европе, нигде, где бы я ни был, такого молока вы не встретите. И вот такой кефир они продают здесь, текучий йогурт. Тоже очень вкусно. Так что будете в Хорватии, обязательно пробуйте здесь молочные продукты. Не знаю, с чем это связано, видимо, коровки здесь пасутся у них на лугах натуральных или что, не знаю. Но здесь нереально все вкусно, и мороженое очень вкусное. Дейка, это кто? Я тебя фотографирую. Это гномик. Это кто? Белочка, да? А? Белочка, да, это? Ага. Это был сапог. А это сапог, да? А это козлик. Это кто? Козлик? Или ишачок? Это ослик. А, ослик. А что ты еще видишь здесь?
рыбок, да? Рыбки настоящие, да, кои? Какой цвет у рыбок? Плоти. Это плоти, рыбка. Это белая рыбка. А ты знаешь, как рыбки называют? Ой, скажи. Той, она не лает. Ой. Нет, не той, не лает. Они домой идут. Ой. Разные рыбки можно загадать желание золотой. А? Загадай желание, что ты хочешь, чтобы у тебя случилось. Мама. Что ты хочешь? Загадай желание. Скажи, что ты хочешь. Мама, куклу отсюрю. Куклу большую. Миллион евро. Скажи, и мама тебе миллион кукол купит. Скажи. Евро, это у него не думали желание. Скажи, миллион евро хочу. Миллион евро желание. Миллион кукол она хочет. Она, да. Дубль два? Да. Замечательный мужик меня вывез в Омишек. Расскажи что-нибудь. Как себя чувствуешь здесь? Yes, великолепно. За вас. Кефирчиком. Молочком. За здоровый образ жизни. Да, Кисели? Да, Сергей, да. Александрович. Да, Малика. Да, Сергей Александрович. А Жаника, Жаника надо снять. Жаник себя здесь просто Жаник, великолепно. Жаник, он прозрел у нас. Встань и иди, Жаник. Он у нас прозрел, Жан. Вот он. Жаник, Жаник. Где Мачку? Мачку, где Мачку? Мачку, где Мачку? Где Мачку? Где Мачку? Мачку где? Мачку где? Мачку? Он еще и глухой к тому же. Всем привет! Вы на канале «Весь мир за окном». За окном у нас Хорватия, 14 сентября. 30 градусов жары здесь. И мы отдыхаем вот в таком пляжном кафе. Америка. С Дэечкой купается здесь. Вот в таком море. Посмотрите, какое море. Чистое. Это пищалка трещалка. Трещит, орёт здесь, как не знаю кто. Поросенок резанный. Вода здесь нереально чистая. В Хорватии здесь нет на побережье никаких заводов. Ничего нету. Экология очень хорошая. Вот в таком месте. Это я тебе для режиссуры кис. Дейка. Привет. Скажи привет. Дейка. Скажи всем привет.
Рейка резвится на море. Папа, скажи два слова. Или три можно сказать, можно четыре. Как вам хорватское солнышко и море? А? Папа, давай я туда пойду. Папа будет нас. Папа будет. Чем молчишь? Папа будет. А, моряк, ты слишком много плавал. Камеру убери. Не надо меня так пугать, пожалуйста. Я тебе сказал вообще, убери камеру. Что, блогер что ли? Камеру убери. Блогер я. Не блогер. Я блогер. Сейчас твои топотульки уйдут. Придешь, а твоих топотулек не будет. Тапка, тапка, сейчас не будет, тапка. Папа пошел плавать. Ой, мам, я плавать. Что, Сергей Александрович, делаете? Покраснели, как рак. Пивко пью, рекомендую. Вообще нереально вкусное пиво. Черная вишня называется. Трвана вишня. У них такой язык прикольный, прям трвана. Все они трвана. Ютро. Жаник, а ты что делаешь здесь? Кошек ищешь, да? Мальчик ищешь? Жаник, свой включил этот пропеллер? Кричат. Сейчас вам Жаник даст прикурить. Рыбки. Рыбки.